Каждый год производители наушников разрабатывают все более новые и совершенные технологии высококачественного аудио, тем самым поднимая бюджетные наушники на новый уровень. И мне стало интересно знакомиться с новинкой Vesper от компании Queen of Audio. Если несколько лет назад мы могли радоваться наушникам с одним динамиком в классическом форм-факторе и набору сменных амбушюр, то сейчас же все изменилось. Менее чем за $100 любитель наушников получает современный дизайн с полуанатомической посадкой наушника и отличной шумоизоляцией. В придачу два динамика, один классический, 10-миллиметровый. Такие размеры ранее было сложно поместить в обычный наушник. И второй, арматурный, последних разработок. И на этом приятные бонусы не заканчиваются. Теперь у наушников качественный съемный плетеный кабель, о микрофонном эффекте можно забыть. Также в комплект положили качественный чехол для транспортировки и сохранности наушников, в котором лежат несколько наборов сменных резиновых амбушюр, которые немного тембрально влияют на подачу звука. После покупки таких наушников уже не хочется получать другую комплектацию за эти деньги. Итак, глазами и руками мы уже получили удовольствие. Теперь приступим к самому главному, ради чего и покупают наушники – прослушиванию. С первых нот, с первых же песен начинаешь кайфовать от наушников. Несмотря на полуанатомический корпус, они весьма компактные. И в ушах сидят, как литые. Они не являются тяжелой нагрузкой для телефона, но и, конечно же, с плеером или портативным цапом они раскроются во всей красе. С первых же минут поражаешься четкому вокалу. Я ожидал, что у бюджетных наушников с арматурой будут лезть сибилянты или синтетика на вокал, но я ошибался. Серединка удалась певучая, ясная и при этом не крикливая. Отчетливо и естественно отыгрывается как женский, так и мужской вокал. Также нет перебора и поверху. Он также не сыпет и не колкий, а как раз весьма комфортный для длительного прослушивания. Даже старый джаз и рок отыгрывают хорошо. Конечно же, куда тут и без фундамента всей картины, без низких частот. За низ отвечает крупный 10-миллиметровый динамик, который способен устроить землетрясение в вашей голове, если, конечно, в качественной записи есть этот низ. Можно сказать, что наушники не добавляют ничего своего, а максимально честно и певуче доносят до нас запись, чего стоят саундтреки из фильма «Интерстеллар». Когда же наушники не могут отыграть качественно, раздельно и масштабно такие треки, то, конечно же, будет хотеться слушать только какой-то лаунж или чиллаут, потому что не могут достойно его отыграть. Но это не про Vesper, ведь они могут справляться со сложными композициями, тем самым не сливают все в кашу, а раскладывают инструменты по воображаемой сцене. Был приятно удивлен отдельно парящему вокалу и расставленными инструментами в глубину. Ранее бюджетные наушники не могли таким похвастать. Всегда радуют наушники или колонки, которые могут передать атмосферу композиции, тем самым позволяя прочувствовать те эмоции, которые испытывал композитор или музыкант 20-30 лет тому назад. Хотел бы я, чтобы такие наушники были в то время, когда я выбирал для себя уши до $100. Уверяю, я бы тогда эти мотики не купил. Наушники Vesper от Queen of Audio – это новый эталон бюджетных наушников. Сборка, звук и дизайн – все на должном уровне. Звук не для басхедов, он просто честный и комфортный. Если вы стоите перед выбором наушников до $100, настоятельно рекомендую, чтобы Vesper были первые в списке на прослушку. А послушать их можно в наших аудиосалонах SoundMag в Киеве, Одессе и Днепре.